Британский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Лиам Нисон посетил лагерь беженцев в Заатаре, расположенный в Иордании в 15 километрах от границы с Сирией. Цель визита – привлечь внимание международной общественности к тяжелому положению сирийских детей. Актер пообщался с маленькими жителями лагеря, посмотрел, как они проводят время. Нисон также посетил импровизированные школы. Сирийские подростки рассказали ему о своих интересах и о том, какие профессии мечтают получить. Но пока они вынуждены жить вдали от своих домов и школ и учиться в лагере. Центр для беженцев Заатаре – один из крупнейших в мире. Сирийцы начали пересекать границу Иордании после восстания против президента Башара аль-Асада в 2011 году, вслед за которым началась гражданская война. За последние 5 лет Сирию покинули более 4 200 000 человек. 1 400 000 бежали в Иорданию. В лагере Заатаре живут около 85 тысяч человек. Он уже разросся до размеров настоящего города. В лагере уже появилось целое поколение сирийских детей, которые никогда не видели Сирии. Каждую неделю здесь появляется на свет от 50 до 80 малышей. Лиам Нисон после встречи с детьми отметил, что, вопреки его ожиданиям, они оказались не угнетенными, а вполне жизнерадостными и целеустремленными.